Все, друзья, случилось у нас это. Снег сошел на моих глазах буквально за 3 секунды. И там, где мы наварили все целенькое, но забор весь полег. Мы обращались в добродел, нам сказали, никаких нарушений соседей построек нету. Хотя дом, расположенный, наверное, в метре от забора, сказали, связывайтесь с соседями. Такое каждый год у нас уже происходит. Мы уже его и управляли, и наваривали там. И каждый раз сходит, посмотрите, что творится. Я не знаю, что с этим делать. Соседи не появляются годами, мы их ни разу не видели. Просить у них ставить снегозадерживатели. Хотя, мне кажется, это бесполезно, куда он денется, этот снег. Даже если они поставят снегозадерживатель, он рано или поздно все равно сойдет, и сходит он вот так. Все нам мнет, все нам калечит, уродует уже который раз. Хорошо, мои посадки целы. Здесь вот у меня пихта сидит. Сюда не долетает, все падает вот туда, им за забор, естественно, это не выдерживает, все погнулось. И вот это каждый год. Пытались снять лопаточкой наши, но мы не достаем, слишком высоко крыша, не получается. Вот такая у нас беда. Здесь вот у меня пихта, но она цела, слава богу. А забор каждый год в таком состоянии. Что посоветуете, друзья?